Уменьшение количества заключений брака наблюдается в Гродно. За 10 месяцев этого года более 2000 пар узаконили свои отношения. Это почти на 200 пар меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причинами такого спада специалисты называют демографическую ситуацию в 80-х-90-х годах. Не снимают со счетов и суеверность молодоженов. Поскольку 2017 год – это високосный год, а это значит не самое благоприятное время для женитьбы. Кроме этого, отмечается и увеличение возраста вступающих в брак. Если 30 лет назад молодоженам было в среднем 21-23 года, теперь самая многочисленная группа в возрасте от 25 до 27 лет. Мы как-то были внутренне, наверное, готовы после какого-то периода встреч, уже, так сказать, созрели для создания семьи. Ну, может быть, у других это происходит как-то через какой-то более длительный промежуток времени. Да? Некоторые люди, например, годами могут встречаться или годами просто жить, но решиться на такой ответственный шаг, как брак, вот, решаются, наверное, через какое-то более длительное время. Уменьшение количества браков предполагает и снижение разводов. Тем не менее, расторжение законных отношений в нашей стране составляет половину от заключенных браков. В Гродно только по взаимному согласию без судебных разбирательств составляет 10%. Как правило, основная группа людей, расторгающих брак, это лица, семейный стаж которых составляет где-то до 5-7 лет, и лица, которые уже наоборот перешагнули где-то 25-летний рубеж совместной супружеской жизни, когда, естественно, уже выросли дети, несовершеннолетние, у них есть такая возможность расторгнуть свой брак в органах ЗАГСа.